Проверить свое здоровье, получить полезные рекомендации от медиков, а самое главное – предотвратить развитие опасных патологий. В поликлинике номер 2 провели день женского здоровья. Представительницы прекрасного пола прошли осмотр врача-гинеколога. Если есть какие-то жалобы, фиксирую. Если жалоб нет, просто пришла на диспансерный осмотр, как ежегодный, как обычно, то, значит, идет и осматривается. К сожалению, болезни, которые возникают у женщин, они бывают в любом возрасте. Наряду с гинекологом прием пациенток ведет врач-онколог. Перед ним стоит основная задача – выявить патологию в организме женщины на ранней стадии. Ведь на сегодняшний день одно из самых распространенных онкологических заболеваний – рак молочной железы. Чем раньше выявить заболевание, тем лучше прогноз. И тем легче лечить, и меньше времени и сил уйдет на излечение заболевания. Сейчас в городском округе есть все условия для того, чтобы выявить онкологию на ранних стадиях и провести полностью лечение. Помимо приема врачей в рамках Дня женского здоровья, все пациентки поликлиники проходят необходимое обследование по показаниям медиков. УЗИ, маммографию, сдают анализы. Благодаря современному профилактическому осмотру врачам удается вовремя приступить к необходимому лечению пациенток и провести его наиболее успешно. Нина Липанова, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.